Всех приветствую на нашей благотворительной акции «Близко к сердцу». Не забываем участвовать в благотворительной ярмарке. И не забываем, что в 6 часов у нас благотворительный концерт. Всех ждем и любим. На территории сельского поселения Молоковское прошла благотворительная акция под названием «Близко к сердцу». Здесь проживает 18 детей-инвалидов. Помочь им в борьбе с их недугом – основная цель акции. Среди организаторов мероприятия – активисты территориального совета молодежи. Деньги будут направлены детям-инвалидам, проживающим на территории сельского поселения Молоковское. В программе мероприятия «Утренняя зарядка», благотворительная ярмарка и танцевальный мастер-класс. Проводит его хореограф Совета молодежи Софья Маликова. Танцевальным искусством занимается уже 10 лет, поэтому ее авторитету доверять можно смело. Пока хореография в районе хромает, но мы сделаем все, чтобы ребята танцевали на всех мероприятиях Ленинского района и участвовали во всех флешмобах. И надеюсь, у меня все получится. Такой творческий подход вызывает у участников флешмоба восторг. А благотворительное мероприятие решило и некоторые другие задачи, стоящие перед молодым поселением. Нам бы хотелось, чтобы соседи, которые только заселились и проживали раньше в разных местах нашей страны, хотелось бы, чтобы они подружились. Прошедшее мероприятие можно назвать не просто акцией, а настоящим марафоном добра. Общими силами была собрана 21 800 рублей. Все эти деньги пойдут на помощь детям-инвалидам поселения. Илья Кремнев, Данил Сидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ.